Новым годом! Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадно-симфонический оркестр под управлением Александра Евмененко. Ну и, конечно же, наши игроки, наши звезды. Мы говорим вам добро пожаловать, встречаем аплодисментами. Прошу, занимайте ваши игровые места. Время делать красивую новогоднюю игру. Все девушки без ума от Димы Билана. А Дима Билан без ума от этих девушек. Участницы проекта «Голос». Дуэт «Sugar Mamas» Виктория Кузьмина и Анжелика Фролова. Oh, baby. Это он звонит звездам в 4 часа утра и поет им свои новые песни. Более того, звезды готовы за это даже платить колоссальные деньги. Композитор Виктор Дробыш! Виктория, вы участница под номером 1, ближайшая ко мне. Выбирайте любую категорию. Песни до 12, не старше. Союз мультфильм, на Байконуре музыка играет. И категория Григория. Я думаю, «Союз мультфильм». «Союз мультфильм». Песни из отечественных мультипликационных фильмов. Нотка, в которую бы вы хотели сыграть? Номер 3. Нота номер 3. Ее цена 30 рублей. Чу. Латвия, Рига, с Новым годом! Поэтому каждый рубль, заработанный вами в нашей сегодняшней программе, будет равняться латышскому лату. А это одна из самых дорогих валют в мире. Нас опережает только кувейтский динар. Итак, 30 рублей за правильный ответ. Анжелика, совершенно верно, да. Начинает рассказ. Совершенно верно, да, засчитано. Виктор, я знаю, что вы человек уверенный в своих силах. Виктор занес руку над кнопкой. Сейчас... Да, я так. И покажу... юным созданием окружающим меня. Было, я вам скажу. Кто главный хорек норки? Не получилось, Виктор. Просто Виктор уступил. Не надо, не надо, не надо никому уступать. Здесь нужно вырывать победу. Анжелика, прошу, выбирайте. Я дам возможность реванша. Союз мультфильм. Нотка. Нотка номер 4, давайте. Слушаем. А кто был первым? Секунду, секунду, секунду. Эх, Анжелика, я... выше всяких похвал. Ваша реакция всех потрясает. Да. Мне, а это просто моя категория, я поняла, почему. Просто у меня мои ученицы пели недавно эту песенку. Это «Бабки-ёжки», «Частушки бабок-ёжек». Игра гармошка. А все же, ответ есть. Да, 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 да. Пой «Частушки бабка-ёжка», пой, не разговаривай. Нет, это похожая наша песня. Слушайте, а вы правда в шоу «Голос» принимали участие? Нет. А что это вы не поете, Анжелика? Злые языки. Бог с вами. Что это вы речитативом не отвечаете? Мне кажется, это бокс вот на первом был как-то. Был, что-то был я в этом проекте, Анжелики не видал. Да. Анжелика, выбирайте. «Союз мультфильм». Давайте добьем, добьем. Там еще две мелодии. Нота первая или вторая? Первая, давайте первая. Цена 35. Слушаем. Виктория. Наш король. Не может без охранников король. Совершенно верно. Песенка охраны. Вот и в мультфильмах-то погорело, они дают даже нажать. Виктория, ну что, «Союз мультфильм»? Единственная оставшаяся нотка? Или что-нибудь новенькое, свеженькое? Нет, я хочу «На Байконуре музыка играет». «На Байконуре музыка играет». Это песня о полетах ввысь. А я думала, это песня Республики Казахстан. Нет, знаете, тогда это была бы тема... А у нас в Алмате, да. Или а у нас в Астане, есть все, пластинка поет. Нет, это песня о полетах в космос, полетах к небесам, об облаках, все вообще то, что неправильно над нами. Я выбрала категорию сейчас. Нотка. Давайте два. Вторая нота. Слушаем музыку. Анжелика первая, да. Именем твоим. Что назову? Я назову планету. Планету именем твоим, верно. Анжелика, выбирайте. Категория Григория. Категория да. Григория. Песни Григория Лепса. Нота. Анжелика. Нота номер 4.
Нота номер 4. Слушаем музыку. Виктор! Стоп, 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 стоп! Виктор, не вы писали эту песню. Я не пью. Так, а в песне? А я иногда слышу, как поют, когда пьют. И что поют? Рюмка водки. Рюмка водки, да, совершенно верно, на столе. Виктор, куда двигаемся дальше? Категория? Григория. Григория, нота. А вот так идем подряд вот так. Третья. Третья, правильно? Да. Слушаем. Но ведь она не твоя, хоть с тобой она. Да, совершенно верно. Но ведь она не твоя. Итак, остаемся в категории Григория. Нотка номер 2, я правильно вас понял? Да. Поехали дальше. Я Виктор. Стану водопадом. Водопадом, да, засчитано. Слушайте, а у меня хорошо получается. Может, я как Григорий? Слушайте, а я... Слушайте, а я зря стал списывать Дробыша-то со счетов. Дробыш-то лидирует. Дробыш-то богач. 100 лаптов у вас. Ну, во-первых, если мне не хватит очков, у меня есть и кэш, и карточка. Никогда не доставайте деньги в нашей программе. Вы можете купить все. Кроме голоса, кстати. Членство в жюри проекта «Две звезды». И там не совсем объективно вы нас с Кортневым судили. Задора им не хватило, даже Хилевского. Все-таки пытаюсь подтянуть их под сегодняшний настрой, но не дотягивается. Но здесь только музыкальная эрудиция. Виктор, категория Григория, нотка номер 1, да? Но перед этим я бы хотел поздравить Гришу. С огромным удовольствием. А к этим поздравлениям присоединятся все. И все. Дорогой Григорий, дорогая Анечка, дорогая твоя семья, она действительно дорогая для меня, особенно после того, что произошло сейчас. Мне очень приятно. Поздравляю вас с Новым годом. Итак, категория Григория, нота номер 1. Девочки. Мы тут вне конкуренции. Нажмите кнопку сразу, я подскажу. Хорошо. Слушаем музыку. Я тебя не люблю. Это я так решил. А не то бы не. Браво, Дробыш! Виктор, замечательный ответ. На этом первый тур нашей новогодней программы подходит к концу. Игра у всех складывается великолепно. Ни одной мелодии не прозвучало впустую. Виктория, Анжелика во втором туре. Мы собираемся. У Дробыша не будет своей категории. Там можно будет с ним посоперничать. Второй тур программы «Угадай мелодию» – «Шугар Мама» с Викторией Кузьмина, Анжеликой Фроловой и Виктор Дробыш. Мы здесь, дорогие друзья. Если хотите, я думал, если хотите любить и быть любимыми, слушайте группу «Контраст». Я просто думал, что вы таким образом анонсируете новый проект Первого канала «Пантомима со звездами». Нет больше дуэта «Шугар Мамс». Трио? Трио. Шугар Мамас энд Папас? Нет. Не, подождите. Шугар Мамас энд Бразерс? Подождите. Шугар Мамас энд Дробыш? Ну да. Раз, два. Контраст. Итак, один из участников трио Шугар Мамас энд Дробыш. Энд Папас. Энд Папас Дробыш? Энд Папас Дробыш. Энд Папас Дробыш. Лидером является Папас. Ну, он выбирает. О, Алла, ледяной граммофон, тили-тили, песня за каменной стеной. Давайте за каменной стеной. За каменной стеной. Песни о мужчинах. Потому что за нами вы, женщины, как за каменной стеной. 50 рублей стартовая цена. Напоминаю, что здесь цена за правильный ответ возрастает с каждой секундой. Слушаем музыку. Натуральный блондин. Да, Виктор, Виктор, вы были первым. Что это было? Ну, мы же говорим песни о мужчинах. Да. Секундочку. Стоп, а это баб. Стоп. Вы хотите на скандал прямо сейчас пойти? Да? Я хочу сказать, я буду не на вашей стороне. Итак, песня. Что вы говорите? Да. Натуральный блондин. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Не обижайтесь. Сейчас, больше не буду. Да вы что? Больше нажимать не буду. Мастер-класс. Первые 3 секунды я не нажимаю. Итак, за каменной стеной или другая категория?
А мне нравится «За каменной стеной». А нам всем нравится эта категория. Сейчас, значит, будет Киркоров. Смотрите, следующая стартовая цена уже 73 рубля. Поехали. Виктор. Три танки... А вы что, не нажали? Что такое, что Виктория, кнопочка залипает? Три веселых друга. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Остаемся в категории «За каменной стеной». Дадим девчонкам шанс доказать, что они тоже любят вас, мужчин. Давайте. Давайте, «За каменной стеной», третья мелодия. Анжелика, да. Эту песню я готова угадывать стоя. А как она называется? Это настоящий полковник. Да, какой Борисовна. Был мужчина, настоящий полковник. Есть. Анжелика, ваш выбор. Категория. Я думаю, что надо уже добить. Добить «За каменной стеной». Четвертая мелодия. Вперед. Виктория. Это группа «Любэ». «Любэ». Я просто нажала, потому что уже из принципа. Правильно. Тара-там, та-та-там, та-та-тарам. Та-т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 а-
точно порочно. Это Высоцкий, а тут группа Любэ. Но я хотел сбить просто. Нет, там тайги. Нет. Там все гораздо ближе, что называется. Практически около дома. Около дома. Придомовая территория. Садик? Детский садик может быть. Но главное, что вот в центре что? В центре дома? Но вот дом такой большой. А, три? Виктория, ну ребят с нашего двора. Господи, да. Помнишь, пиво носили в бидонах. Как ругался на это весь двор. К сожалению, две мелодии во время игры, Виктория. Не дам я Дробышу право выбора категории. Анжелика, выбирайте. У Аллы «Ледяной граммофон» или «Лети-лети-ли песня». Ну, давайте у Аллы, конечно. У Аллы песня Аллы Борисовны Пугачевой, 50 рублей стартовая. Слушаем музыку. Да, Анжелика. Так же, как все. Совершенно верно, засчитано. Виктория, еще одна штрафная мелодия, быстро пролетит. Анжелика, выбираем у Алла. Ну, сюда, конечно. Нам нужно Дробыша догонять, у Виктории не очень хорошие дела. Итак, у Алла следующая мелодия, поехали. Прости. Виктор, вы были первым, да? Поверь. Прости, поверь, да. Засчитано. Виктория, вы выиграли, над вами зажигается свет. Виктор, выбирайте. Ледяной граммофон. Ледяной граммофон. Есть золотой граммофон. Туда входит лучшая песня, а в ледяной граммофон. Лучше? Нет. На самом деле, конечно, там все происходит зимой. Снег, лед, метели, все здесь. Я вот тоже о ней 50 рублей стартовая цена. Слушаем музыку. Слушайте, а для кого эта группа несчастья в Грузии? Для страны. Они же есть страна. Что делать с первого? Это из фильма «Маска», что ли? Вот это вот. Группа «Несчастный случай» 2 года назад написала методологию, как отмечать все новогодние праздники. Песня называется «С 1 по 13. Там на каждый день есть советы людям. Да вы что, какая прекрасная песня. Почему мы не знали об этом? Я не знала. 3 утром с детьми на елку, 4 в баню и так далее. Итак, никто не угадал эту мелодию, ничего страшного. Зато смотрите, какая шикарнейшая стартовая цена в ледяном граммофоне. Кто выбирает, выбирает. Виктория. Виктория, выбирает ледяной граммофон. Да, и зарабатывай деньги. Поехали. Господи. Ну, кто-то отдыхает 13 дней. Аллегрова поет песню Игоря Крутого. Ледяной граммофон из дел происходит когда? Нет, ну погоди, я сейчас сосредоточусь. Я просто знаю, из этой колоды эта песня. А раз? Почему два? Ну, потому что время цигель-цигель, алюлю. А три? А я же так и думал. Зимние месяцы. Наташа Королева исполняет эту песню, писал ее Игорь Николаев. Две мелодии, Виктор Дробыш, вне игры. Ух! Все замечательно. Прям накал, да? Итак, да. Анжелика, мне надо что-то что выбрать, будем срочно брать? Ну, давайте, собственно, там, где денег больше. Да, Виктор, ты не можешь эти денежки заработать. Две мелодии, он вне игры. Слушаем музыку. Анжелика. А-а-а! Да,
понравилась, хорошая песня. Это песня. Мне кажется, я не знаю. На самом деле. Нет, это не без не пусть. Нет, та-да-да-ти-дан, ти-да-да-ди-дан. Нет, вообще нет. Начало, да, потом. Ну, это тот же, собственно говоря, исполнитель, Шантунов эти. Нет, тоже не она. Нет, это вообще, это Рома Жуков, что ли, какая-то там что-то, нет? Значит... Коллектив называется «Сладкий сон», а песня называется «На белом покрывале января». Января, точно! Хотя, в принципе, название песни «Мне холодно», но тоже имело право на существование. Так, Виктория, это просто санаторий какой-то на нашей площадке. В хорошем смысле. Анжелика, вне игры две мелодии. Виктор Дробыш, одну мелодию вне игры. Цена за правильный ответ в ледяном граммофоне 417. Никто не может нажать на кнопочку. Мы берем ледяной граммофон. Так, давай смотри только одну. Поехали! Четвертая мелодия. Это сейчас Вика тоже уйдет. Жди. Кнопочку не забывайте нажимать. Кнопочку. Сейчас музыка закончится. Тара-тара-та-там-тара. Та-да-та-да-та-там. Давайте от другого. Вы могли хоть одну мою песню поставить, и все бы отгадали сейчас. Подождите, у нас сейчас цена вопрос. Нет, это проклятая категория, вы понимаете? Да. Та-та-та-ра-та-там, та-та-та-та. Эхо какое-то, что-то на гитаре. Кто-то. И гитара звучит. Е2. Музыка под снегом, машина времени. Я клянусь, я не знаю эту песню. Так, гасите свет над всеми. Они не любят великий коллектив. Да! Она Виктором по свет зажигается. Слушай, сколько вы денег впустую потратили? Я же хотела вот Секундочку. А у тебя остался один. А сколько у меня вообще денег? Вот он. Оскал шоу-бизнеса. Кошмар, да мало у вас денег, какая. Виктория. Даже не смотрите, да, так расстраиваться будете. Итак, значит, Виктор, поступите так же, как до этого поступали с вами. Достань кредитную карточку и закажи часики. Выберите категорию, послушайте музыку. Никто нажимать не может, кроме вас. И потом дайте ответ. Итак, Оала, Тили-Тили песня. Что будете брать? Оала. Оала. Поехали, слушаем. Это журавлик. Не-не, у вас еще есть время. Вот это шик. Теперь вопрос, успеет Дробыш нажать. И вот кнопочку. Я скажу ему, родной. Я хочу увидеть небо. Голубое, голубое, ты возьми меня с собой, журавлик, верно? Зажгите свет над нашими гостями, всеми без исключения. Второй тур на этом заканчивается. Дробыш, явный лидер. Анжелика, неплохо. Вика. Я молча уйду. Знаете, по-английски. Виктория, я хочу пожелать вам в наступившем новом году, вам персонально и вашему замечательному дуэту, который сегодня перерос в трио, творческих успехов, спасибо. Здоровья. И знаете что? Почаще возвращайтесь на эту площадку. Мы вас будем ждать. Анжелика Фролова, участница шоу «Голос» и половинка дуэта «Шугар Мамас» и Виктор Дробыш. Просто Виктор Дробыш выходит в третий тур нашего шоу. Лидером по итогам первых двух туров является Виктор Дробыш. Он начинает торги после моей подсказки. Игра идет до 3 очков, напоминаю. Песня о юном растении, которое с трудом переносит зимний перепад температур. Я отгадаю эту песню без нот. А я с 3 попробую. Не-не-не, стоп. У нас же новогодняя программа. Мы можем менять правила. Да, Виктор? Без нот. Да, пожалуйста. Нажимать надо? Нет. Но. Он провидец. Да, конечно, естественно. Подсказка номер 2. Песня про девушку, которая придет к вам и выполнит почти все ваши желания после простого нажатия на кнопку. Ну, давай с 7, чтобы поиграть так. Да. Ну, она сейчас скажет с 3, и все. Скажет. Да, ну какое там с 3? Анжелика. С 6. С 5. Анжелика. 4 ноты или отдаем право? Конечно, отдаем. Отдаем. Как я люблю Но... его вообще. Ночка луною была. Стюардесса по имени Жанна, да.
Песня об аномально низкой температуре человеческого тела. А ты такой холодный, как айсберг, в океане. Стоп, стоп. Это вы сейчас. Я хочу... Вы сейчас начали петь. Значит, таким образом вы сказали, я опять без нот, без а у нас нот. Новогодняя программа позволяющая. Без нот. И вы сейчас спели эту песню, да? Да. Все, да? И он оказался прав. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали. Под темную водой. 3-0. Анжелик, но с ним нет никакого слада. Тут без вариантов. Что Виктор Дробыш сегодня, что называется, не на коне, а на трех зимних конях. Я могу сказать, что у нас уже привычка проигрывать мужчинам. И надо сказать, что, ну... Вы знаете, мужчинам в жизни уступайте. Но на сцене будьте всегда первыми и лучшими. Спасибо. Виктор, увидимся в суперфинале. Виктор Дробыш в финале. У нас было два варианта развития событий. Либо все семь мелодий загадать, которые написал Виктор Дробыш, либо ни одной. И подумайте, к чему мы пришли. Виктор, поздравляю, отличная игра, яркая, красивая. Более того, ваша интуиция в третьем туре, когда вы победили со счетом 3-0, а при этом звучала только одна мелодия. Это своеобразный рекорд! Напоминаю, 30 секунд, 7 мелодий, ошибаться нельзя, можно пропускать. Всегда нажимайте на кнопку, если хотите остановить время. Мы желаем победы Виктору Дробышу, финалисту нашей программы. Поехали. Раз и ты в белом платье, два. Обручальная, засчитана! Кадриль моя. Ну или какая-то. Она ну, это... в таком, да, жанре схожем, но это про какой-то, ну, такое водное, но водное такое. И на основании, вот, смотрит женщина, а женщина поет, да, вот на это водное. И вот как-то проводит аналогии с взаимоотношениями. Давайте пропустим, да? Пропускаем, ничего страшного. Дальше. Да. А я думал, что вы его в этот раз пропустите мимо. Кого? Сейчас. Кого? Все для тебя. Я думал, у вас портрет Стаса Михайлова там на груди, медальон. Все для тебя, Стас Михайлов, защитно. Двигаемся дальше. Та-ра-та-та-та, ну это... Та-ра-т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 а
Совершенно верно. Пластилиновая ворона. О! Та-ра-да-да-да-да-да-да-да. Та-та-та-ра-та. Ну, я и знаю. Та-та-та-да. Ну да, где? Да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, в названии песни присутствует приборчик, который есть в машине, мы еще там крутим ручечку. Волну меняем. Ну, радио, да. А дело происходит в темное время суток. И как, получается, радио называется? Ночное радио. Еще не забываем. Дорожное! Виктор, ну просто нет. Очень сильный игрок, я вам помогаю, нарушаю все правила. Нет, радио ночных дорог. Валера, ты понял? Следующая мелодия, слушаем. Ну тут все просто. Ну да, поехали следующий. Ну, скажите. Нас утро встречает. Да, песня о встречном, совершенно верно. Вы все-таки меня копнули. Ну что ж, звери, вот, что ли? Вот, написал человек песню. Да. Написал: сделай шаг навстречу мне. Так. Ты моя любовь. Да, и сразу, да, и он написал человек хорошую песню, сразу угадывается слова. Да, я и ты. 5 секунд и неразгаданная мелодия номер 2. Поехали. Кнопку. Оу, время-то кончилось. Тан-тан-дан-дай-дан-дан-дан. Течет ручей. А бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. К сожалению, вы ее не угадали. Ничего страшного. Дорогие друзья,
Присаивайтесь. Здрасте. Мы за вас поедем. Спасибо огромное. Ребят, с Новым годом, с новым счастьем. И радуйте нас, пожалуйста, своим творчеством весь 2013. Прошу вас, зайдите на граммофон, уважаемые участники. Сегодняшняя игра озвучала. Все мелодии угаданы, а неугаданы перешли на следующую игру. Так что у нас есть новый повод встретиться, улыбнуться, поздравить друг друга с Новым годом и поугадывать мелодии. Счастливо, пока. Я в вас вцеплюсь, что мне скажете? Отвали. Ольга Александровна, он пожалуйста. Отобрал у меня женское счастье. Да. Все. И все женщины. Ищи, почему ты делаешь.